Этот миг быстро запустился. Вау! Мы в зимней жопе. О, я нашел, где будет, где я буду копать камень. Я уже накопал. Я не хочу копаться, где попал. Мне кажется, сейчас в этом, где-то в этом мире подавилось три шахтера. Короче, есть идейка. Мы делаем дом из... О, я тебя вижу. Короче, посмотри, я прыгаю. Я вижу. Давай, короче, из няшек сделаем. Видишь белого медведя? Да. Няшек, няшек. Давай его захерачим. Да ты заебал. Короче, давай сделаем няшек. Берем, короче, дерево. Делаем дом из дерева. А сверху посыпаем его, скажем так, снегом. И то есть мы сможем поставить спокойно ФКВ и все, что там находится. Мишка, мне нужно мясо, так что... А с него вроде как либо рыба выпадает. С него ни хера не выпало. Даже так. Так. Его смерть была напрасной. Я поставлю здесь... Мы здесь два дерева посадили в честь его смерти. Такой нелепой. Такой трагичный. Такой бессмысленный. Так, надо, я думаю, бежать куда-то и искать поселение. Можно. Ладно. О, волки. Волки, это хорошо. Овцы. Овцы, это еще лучше. Вот так, спасибо. У меня мяса много теперь есть. Ой, как хорошо. Ладно, я гнилой плоти поем. Кого поешь? Гнилой плоти. Знаешь, с одной стороны, там у тебя все вроде хорошо, так, ну, относительно. По ресурсам сейчас идет. Но при этом ты пытаешься плотью. Ты знаешь, когда купил новый iPhone и пытаешься дошираком. Дошираком, да-да-да. Вот так, в принципе, у тебя. Я вроде сейчас иду в ту же сторону, в сторону тебя, короче. Ну, надеюсь, ты идешь. Я тут немножечко себе домик обустроил. Я нашел волка. Там баранина? Ты здесь был, здесь баранина. Но баранину я не убивал, их убивает его волки обычно. Да? Ну ладно, спасибо волку, потому что теперь у меня есть это самое мясо. Да. Я логово, короче, свое миниатюрное. Я тут себе временную хибару обустроил. Сейчас буду. Все, я выкопал то, что мне надо. Я нашел какой-то каньон, Игорь. Я, кажется, вижу, где ты. Ой, я вот твой ник вижу. Мне кажется, пора уходить, судя по тому, что я слышал звук стрельбы в меня. Ты дверь нашел? Да, я вошел. Здорово. Иди туда. Что у тебя здесь происходит? Это? Добро пожаловать. Это моя временная лачуга. С видом на море. Погоди, а что не могу кровать поставить? А, теперь могу. Одну так. А вот эту могу. Во. О, я сплю. Немножко криво. Мне интересно, я проснусь нормально или я об что-нибудь ударюсь? Вот так. Что ты встал? Так как, блядь, медь в этой игре бесполезна. Знаешь, что я сделаю с нее? Медный блок. А он, кстати, может окислиться ж. Да? Да, если его поставить то ли на солнце, то ли что такое. Он типа... Он, у тебя сейчас какого цвета? Оранжевый. Он станет, короче, таким, знаешь... окисленной медью. То есть станет такой голубовасенькой, бирюзовой, что такое. В знак памяти о том, что я проебался, я поставлю эту хуйню. Аминь. Ёб твою мать, красотища какая. Я, чтобы мы могли найти это место издалека, короче, поставлю столб. А наверху громоотвод. И не знаю, мне просто некуда девать эту хуйню, эту медь. Это что там такое? Это что за... Это реально громотовод? Да. Игорь, ты где? Я вернулся назад. Так, и где ты? Так, иди сюда, стой. Вот, короче, тебя.
И так как все ресурсы важны, забираю вот это вот еще. Уголь. Один стейк. Медь. Медь самое главное. Да. Ладно, предлагаю отправляться. Надо сделать, наверное, водку и пересечь океан. Водку? Водку, на водке. Я могу себе сделать одну лодку. А мы же можем тогда на одной и поплыть нафиг. Отлично. Давай тогда. Так. Так, тут еда. Тут еда у тебя есть? У меня, да, у меня есть 4 жареных свинины. У меня 6 баранин и один стейк. Пошли. Так, приготовься. Хоба. Отправляемся в путешествие. Здесь да, подошла овцы, бы музыка. Овцы, 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 овцы. И скелеты, целая куча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они стреляют по мне, Игорь. Игорь, садись, садись. Уплываем отсюда, вы нас здесь не рады видеть. Сваливаем, сваливаем. Они нас догонят. Высадка в Нормандии, фото в цвете. Погоди, там утопленники. Что? Водка, водка у меня. Ставь быстрее! Водка ставится! Поплыли! Поплыли! Нихера себе! Эй, подожди! Запрыгивай! Все. Они вот стреляют в нас! Зигзагами! Что здесь происходит, Игорь? Куда мы поплыли? Давай домой! Понятно. Есть еще один план, Игорь. И плывем обратно, плывем обратно. Высаживаемся на берег рядышком и бежим в данж. Ты хочешь и там ночуем. Ты хочешь выгнать всех с данжа и там ночевать? Да, 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 да. Почему кажется, что мы знаешь, кто? Мы падальщики. Мы падальщики. Тебе не кажется, это так и есть. Да, 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 я вижу. Высаживаемся. Высадка в Нормандии. Вперед, в бой, бой! Все. Сзади крипер подошел ко мне. Быстрее заходи. Я захожу. Игорь, застройся! Меня лагает. Ой, жопа. Вот это да! Что такое? Там криперов, наверное, было десяток. Там, блядь. Что? Я домой, я домой, я домой. Спрут, иди нахер, я домой еду. Я нашел наш дом. Твой. Твое дилдо мне помогло его найти. Дом. Я побитый, голодный, в дом. О! А вот она и окислилась. А я сам со стрелой в виски буду плыть. Точнее, в голове. Давай, плыви. Ту-ту! Это как там пароходы издают звуки? Ту-ту! Чух-ч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 ух. Это немного не эти самые. Давай чуть левее. Вот там, да-да-да. Блядь, они везде. Блядь, вот скелет. Тут вот. Скелет. Блядь. Почему, блядь, они всюду? Вот здесь давай остановимся. Так, идем быстрей. Там бараны где-то. Вот они. У тебя есть ножницы? Надо еще кровать сделать.
Зачем? У нас же есть одна кровать. А, с собой? Ну все равно, ладно, убиваем их. О, коричневый баран! Иди ко мне. Ты где? Походу, чтобы у тебя вся спина была в говне, когда ты заснул. Так, ты говоришь, что у берега, да? Да, я у берега. Ну и где ты? А какого ты берега? А, вот. У этого. Здорово. Давай сейчас ставим кровать и плывем дальше. Кровать? Ой, ну, точнее, лодку. Фух. Так, ну, одну ночь мы пережили нашего путешествия. Путешествие? Понимаешь? А что мы ищем? Деревню. В поисках деревни. Так, есть что-то тут? Мне кажется, мы в жопе. Ничего хорошего. О, обычный биом. Обычный биом. Идем туда. Так, погоди-ка. Лава. Лаву мы заберем с собой. У тебя ведро есть? Сейчас будет. Теперь есть. Так. Теперь можем обливаться лавой. Мы найдем вообще деревню в этой серии? Я надеюсь на это, по крайней мере. О, березовый лес. О, это березовый необычный... Березовый лес победил. Это необычный... Это редкий березовый. Видишь, какие тут березки? Я вижу, я вижу. Это редкий биом, насколько помню. Это классно. Так, а мы где? Ты где? Я в березовый лес пошел. Классно, я тебя потерял. О, я тебя вижу. Вот он ты. Все. Я думаю, мы в этом будем заселяться. Знаешь, мне кажется... Если найдем, то да. Знаешь, мне кажется... Ну. Мы отыскали практически все биомы, что есть в игре. Даже некоторые редкие. Но ни одной деревни не встретили. Так и не встретили. Сейчас встречаешься с деревню. Я не удивлюсь, если мы сейчас встретим деревню зомби. Да, а есть, что, такие бывают? Да, это то есть деревня, которая уже вымерла. И там только зомби-жители. Это прикольно. Мне нравится такая идея. Я такую встречал, помню. Вроде как раз и с тобой, или не с тобой, не помню. Она тоже то ли редкая, то ли такая. Не особо часто, не особо редко. О! Нашли. Домик. Тут ведьма даже есть, Игорь. А мне больно. Мне тоже. Сейчас, так. Игорь, останется полсердечка, надо будет... Сразу же начал грабить ее. Забирай все. Горшок забирай. Забирай все. Ничего не ставлю. Подожди. Главное сейчас не падать. Представь себе, как бабка офигеет это. С больницы. Бабку воровали. Представь себе, она сейчас с больницы такая возвращается, думает, ох, ну чё, избили меня до смерти. Ну ничего, я им потом там еще приехал, я дома нету. Все, мы оставили ее без крыши на головой. И пол, блядь, весь придрявили. До сна. Все, а где жила ведьма? Сейчас, погоди. Знаешь, сейчас, подожди, подожди. В память о ее лачуге мы лучше оставим. Залупа. Мы как монголы. Погоди, Игорь. О, погоди, погоди. Смотри, какая кошка. Я хочу ее приручить. У меня рыба есть. Рыба? У тебя есть рыба, давай приручай. О, молодец. Она моя. Теперь ложимся спать, Игорь. Ложись спать. Как же эта бабка реально офигеет, когда домой вернется побитая? Блять, дом, сука, спилили, писюн, блять, построили, кошку спиздили. Это смешно. Так, Игорь, давай сделаем... Подожди-ка, давай сделаем печку и похаваем. Иди сюда. У меня еще мясо... О, кстати, у меня мясо. У меня куча сырого мяса. Кстати, у меня есть кости, и мы, в принципе, можем, если найти волков, то мы можем их приручить. Мы можем все сделать, но не можем найти деревню. Погоди, для того, чтобы мы не потеряли это место,
которая нас покормила, знаешь, что я сделаю? Опять хер построишь? В смысле опять? Все. Почему ты теперь похож на Сквидварда? Мы уже... О, тут ты можешь волк себе найти, в принципе, кстати. О, погоди, стой, ягоды. Да пофигу на них как-то. Не, я их собираю. Хорошо, собирай и иди прямо. На абордаж. Угу. Кстати, вопрос такой, разбитый корабль считается за абордаж? Или он считается за то, что мы его воруем? Игорь, в любом случае мы цыгане. Ай да ри да ри да ра да да ри да ри да ра. Знаешь, что я сейчас сделаю? Ты не знаешь, что я сейчас сделаю. Даже я не знаю, что я сейчас сделаю. Карта. О, это недалеко, кстати, от нас. Как делать книгу, чтобы в ней можно что-то писать? Так, что ли? Блять, как она делается? Такое же завещание написать. Да. Не знаю. Я советую тебе быстрее писать эту книгу. Я не могу ее написать. Судя по всему, завещание придет писать тебе, а не мне. Хочешь, я тебе прикол покажу? Ну. Иди сюда. Блять! Я не допрыгнул до воды, я чуть не сдох. Приколист. Долго ли коротко искали они деревню? Шли по лесам, по горам, по морям, пока вскоре не наткнулись на это. Ну ты как поляна. Мне кажется, ли это болото? Игорь. А? Мы пришли нахуй. Короче, идем, блядь, в другую сторону.